Сложные акробатические номера, веселые клоуны, фокусы, блестящие костюмы и, конечно же, бесстрашная дрессура. Все это и многое другое можно было увидеть на открытии программы великого русского цирка Мстислава Запашного. Полные трибуны зрителей Ледового дворца «Волга-спорт-арена», затаив дыхание, следили за каждым действием на арене. Мстислав Запашный придерживается классического русского цирка. Именно поэтому в его программе собраны все основные жанры циркового искусства, которые будут интересны как взрослым, так и юным зрителям. Алексей Саврандеев пришел на представление вместе с женой и дочерью. Семья признается, что в восторге от акробатов, но если бы их маленькая дочка решила выбрать себе подобную профессию, то отнеслись бы к этому с опасением. Лучше уж еще раз прийти в цирк и со стороны посмотреть на профессионалов. На самом деле очень в восторге все, особенно дети, давно не были в цирке. Вообще, огромное спасибо организаторам, всем. Эта цирковая программа готовилась несколько лет. Практически все номера были созданы артистом лично. Изюминка всего представления – номер с тигром, шагающим по макету земного шара на высоте нескольких метров. Однако многие люди признаются, что не любят цирковые представления из-за номеров с животными. Считают, что подобное отношение к братьям нашим меньшим негуманно, а на воле животному всегда будет лучше. 24 часа в сутки за ними уход. Помимо того, что мы дрессировщики смотрим, у нас есть специально обученные люди, которых мы готовим в течение полугода. Для того, чтобы они вовремя убирали, чистили, вовремя готовили еду, кормим мы сами, смотрели за ними. У нас есть ветеринарная служба своя. Я сам чуть-чуть, да, практику имею ветеринар. В городе прекрасные ветеринары, куда бы мы ни приехали, всегда нам помогают. Если животные заболевают, его сразу лечат, за ним ухаживают. В природе этого нет. Удивительное шоу ждет своего зрителя, чтобы радовать, удивлять и заново влюблять в цирк. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.